Рад приветствовать, друзья, вас на своем канале опять. У нас вот такая сегодня будет, как говорится, мега распаковка таких вот больших посылок. В посылках находятся интересные товары. Ну что, давайте смотреть. Так, друзья, давайте начнем с маленьких посылочек и большими, так сказать, закусим. Это все пока дело в сторонку отложим. Так, давайте по-быстрому распакуем. Итак, в этой посылочке должна находиться пленочка гидрогелевая, которую я очень полюбил и до сих пор ношу пленку на своем телефоне Xiaomi Redmi 5 Plus, вот на которой я в данном случае и снимаю это видео. А эта пленочка у меня пришла для телефона Xiaomi Mi 9T Pro, который находится вот в этой вот большой посылке. Итак, заказывал я две пленки, два комплекта салфеточек я уже вижу. И смотрим на наши пленочки. Итак, одна пленка у нас есть. Пленка 20 или как там, я уже не помню, друзья, не то 20, не то не 20D. Короче, это все не важно, но как-то так. Итак, вот такая вот, друзья, пленочка. Заказывал в том же магазине, по-моему, где и пленку на Redmi 5 Plus. Очень мне понравилась эта пленочка в том, что сам процесс поклейки, как все довольно просто позиционируется и, соответственно, наклеивается. Видео вы можете посмотреть у меня на канале. Называется «Как снять и наклеить гидрогелевую пленку 20D», по-моему, что-то в этом роде. Не так давно это все дело я снимал. Так, одна пленочка у нас, значит, есть. И давайте посмотрим мы и на вторую пленочку. Все, видите, отлично, красиво, блин, заклеено и упаковано. Никаких вопросов к продавцу нет. То есть также все красиво, достойно и приятно. Кстати, друзья, вот эти вот гидрогелевые пленки мне больше понравились, чем пленка из моего нашумевшего видео. Так сказать, первого видео. Гидрогель на телефон или что-то. Или как наклеить пленку, гидрогелевую пленку на телефон. Как-то так я называл. Уже, извините, не помню. Так, с этим мы разобрались. Теперь смотрим вот эту посылочку. Где-то я вложил ламинат и потерял свой ножик. Не знаю, куда я дел его. Искать неохота, поэтому будем распаковывать ножницами. Итак, у нас пришел чехол для телефона Mi 9T Pro от фирмы Nilkin. Очень качественные товары делает эта фирма. Очень мне все понравилось. Покупал я не раз уже и пленки, и стекла, по-моему, к своему телефону. И чехлы, и себе, и не себе. То есть данная фирма зарекомендовала себя только с положительной стороны. Вот видите, какие-то есть у нас и голограммки наклеены. То есть отношение даже видно к своему товару и, соответственно, к упаковочке. Вот так у нас, друзья, все это дело представлено. Такой вот просто прозрачный силиконовый чехольчик. Я не люблю этих особо книжек разных и тому подобного. Раскроем телефон, вскроем, и все это дело мы с вами, так сказать, примерим. Далеко не будем мы это дело отбрасывать. Так, и третья наша малышка. Малышки у нас должны находиться. А, не буду говорить, что, смотрите сами. Так интереснее. Или интереснее. И вуаля. Все к тому же, к новому моему телефону я заказал кабеля Type-C. В комплекте, обратите внимание, идет вот такая вот стяжечка для того, чтобы наш кабелек не распутывался при переноске. Ну, честно скажу, ими я редко пользуюсь, но довольно приятно, что она есть в комплекте. Фирма ТОПЭКА, супер фирма, тоже покупал я и кабелей много от этой фирмы, и очень мне порадовала быстрая зарядка, опять же, которую я покупал к своему телефону Redmi 5 Plus. То есть фирму могу смело рекомендовать. Значит, у нас разъем Type-C и, соответственно, обыкновенный USB. Так, и второй кабелек. Заказывал я его специально
для того, чтобы он ездил со мной в машине. Опять же, обратите внимание, есть такая же стяжечка. Тоже фирменная, тоже с логотипом. Все супер. И вот тоже такой кабелек. Только уже угловой, Type-C. И обыкновенный USB разъем. Очень качественно все выполнено. В матерчатой такой, как первый вариант, как и второй. В матерчатой оплетке. Единственный минус — это то, что кабеля такие жестковатые. Но как бы это и минус, и не минус. В машине абсолютно не напрягает. Да и дома положи на зарядку телефон, там на тумбочку, на пол, на стол. Зачем этот кабель туда-сюда крутить? Короче, очень рекомендую вот эту вот фирму. ТОПК. Вот мне Санишка принес еще один кабелек из ранних заказов. А нет, Денис, это не ТОПК, это Базеус. Это как бы не сюда. Но тоже кабеля качественные. Базеус. Так, ладно, проехали мы с кабелями. Давайте теперь вскрывать посылочку. Давайте вот эту вот, наверное. Значит, посылочку заказывали мои родственники. Тоже, друзья, не буду я вам... Ой, пардон. Ты смотри, не проколоть. Вот эта упаковочка. Не буду я вам говорить, что в ней находится. Да, конечно, упаковано просто супер. Ножницы не берут. Эту распаковочку я перемотаю. То есть обратите внимание, как продавец отнесся к своему, вернее, товару. Обычно чемоданы такие вот приходят раздолбанные в усмерть. Здесь же все у нас пришло в целости буквально и сохранности, что не может не радовать. Тут скотч остался. Ладно, со скотчем не будем затягивать. Итак, вскрываем. Вот, как вы можете уже видеть, у нас фирма Lamvom. Очень достойная фирма. Как вы уже все поняли, наверное, здесь у нас находится что? Шуруповерт. Итак, присутствует у нас вот такая вот, друзья, инструкция. Инструкция на китайском. На китайском. На китайском. И только на китайском. От этой фирмы я уже покупал и лазерный дальномер, и точно такой вот шуруповерт. Итак, смотрим, что у нас в комплекте, друзья. Давайте я уже распакую, наверное. В прошлом комплекте было примерно то же самое. Но мы с вами еще раз посмотрим. Людям все-таки интересно, что приходит в комплекте. Итак, набор вот таких вот бит. Надеюсь, видно. Набор вот таких вот головок. Одна головочка у нас ушла в неизвестность. Набор вот таких вот головок. Так, приходит в комплекте у нас 3 сверлышка. Надеюсь, вам видно. 3 сверла. Идет в комплекте 2 вот таких вот, друзья. Ну, это биты. А, разные биты. Прошлые биты были одинаковые. Такие вот биты. Плоская и фигурная. И плюс двухсторонняя фигурная. Так, что у нас дальше? Идет магнитный такой вот держатель под наши либо головки, либо там биты, либо что. Идут какие-то саморезики. Так, давайте мы сюда. Дюбель, гвоздики, саморезики и такое вот сверлышко по стеклу или по бетону оно идет. Смысла от него, конечно, мало, но есть и есть, как я всегда говорю, что очень приятно. Ну и, соответственно, какой-то там наборчик пластиковых вставок с саморезиками. Все у нас поэтому. Давайте смотреть, что у нас есть дальше. Итак, как и обещал продавец, как и было куплено, 2 у нас аккумулятора. Аккумуляторы у нас по заявлению продавца 16,8 вольт постоянного напряжения, литий-ион. Вот даже здесь на корпусе 16,8 вольт, литий-ион.
То есть все просто замечательно и красиво. Мои родственники боялись, чтобы было так же, как и заказывали, два аккумулятора. Итак, у нас есть в комплекте, не знаю, пустой мешочек, что-то к чему без понятия. Есть в комплекте зарядное устройство. Что у нас здесь написано, друзья, давайте с вами прочитаем. Где наш фокус, неизвестно. Вот наш фокус. Итак, 14,4 вольта до 16,8 вольт. 50-60 Гц, 220-240 вольт. Такая вот зарядочка. Зарядочка пришла с проблемой. С такой американской или китайской вилкой, которая уже согнута. Попытаюсь поравнять, а нет, надо будет, значит, сделать харакири здесь и прикрутить обыкновенную нашу вилочку. Кстати, есть в комплекте переходничок вот такой вот, что тоже не может не радовать. Так, друзья, едем дальше. Дальше в нашем кейсе остался... Ага, вот еще у нас, друзья, одна бита выпала. Так, где наш фокус? Фокус, как всегда, где-то блуждает. Вот такая вот бита двухсторонняя. Тоже огромный плюс, что она есть в комплекте. Ну и у нас остался сам шуруповерт. Друзья, что я вам хочу сказать по качеству данного шуруповерта. Писали мне люди в отзыве, что качество их как бы никакое. Хотя там они писали, что покупали другую марку шуруповерта. Что я хочу сказать по этому. То есть, вот первый шуруповерт, этот вот, точно такой у меня из обзора, покупали моему тоже родственнику. Я ложил ламинат, стелил и просил у него шуруповерт для снятия старой половой доски. То есть у меня свой есть, плюс два шуруповерта на смену быстро получается. Но этот шуруповерт просто зверуга. То есть он уже у него, наверное, более полугода. Вот, и никаких претензий по нему не было. То есть вещь не легкая, такой увесистый. Если еще нам добавить сюда аккумулятор, то есть получается, ну, мало-мало что легче, чем мой оригинальный Bosch. То есть отличный шуруповерт. Давайте посмотрим теперь на его работоспособность. Есть нейтральное положение переключателя. Вот по центру становится и все, блокируется у нас курок. Есть правое положение. Все крутится. Аккумуляторы, как мы видим, практически полностью заряженные, что не может не радовать. Итак, левое положение шуруповерта. Тоже все крутит, все отлично. Есть у нас 21 положение на зажатие и плюс, соответственно, положение на сверление. То есть, если на сверление ставим, давайте я патрончик наш зажму. Да, кстати, проверим патрон на биение. Так, давайте фокус я сюда на патрон и переброшу. Ну, примерно. Биение присутствует, но настолько минимально и незначительное, что, так сказать, проблем у вас с этим не возникнет. Тем более это шуруповерт, а не дрель. Так, давайте посмотрим так на биение. Ну, есть такое незначительное, которое абсолютно ни к чему, ни на что не повлияет. Вот, в принципе, друзья, и все, что я могу сказать об этом шуруповерте. То есть, вещь классная, вещь недорогая. Если что касаемо белорусов, она идет через Казахстан, мимо белорусской таможни, уже второй пришел. Я не знаю, почему так они шлют, но, слава богу, все отлично. Никакой растаможки и вещь, так сказать, в руках. Все просто супер. Вот так он выглядит. Что у нас опять с фокусом? Этот фокус надоел. Все просто супер. Все, друзья, давайте переходить к обзору распаковочки нашей большой посылки. А то мы и так затянем с вами это видео. А мы будем с вами распаковывать вот эту вот большущую посылку. Опять же выражаю огромную благодарность моему товарищу Алексею за помощь в приобретении. Так как вы все знаете, особенно белорусы, что такие товары большие и которые стоят больше, чем 22 евро, нам, белорусам,
не купить. В этой посылке, друзья, у нас находятся три посылки. Посылки довольно интересные. Так, вот мы добрались до сути. Итак, вынимаем сразу. Мы видим, здесь есть телефон. Давайте начнем с телефона, а дальше пойдем по ходу. Итак, во время скидок 11.11 заказал я, друзья, себе телефон. Телефон заказал вместе с браслетом My Band 4 или Mi Band 4, как его правильно называется. Значит, браслетик хочу положить, так сказать, от Деда Мороза под елочку дочки. Сынишка уже надулся. Так, как же он тут распаковывается-то? Так, у нас все красиво, друзья, запаковано. Вот наш сам непосредственно браслет. Так он выглядит. Уже есть немножко заряд. Все дело потухло опять. Вот так это на китайском языке. Я не знаю, как мы будем это все дело переводить. Но как-то переведется. Обзоры на него специально делать не буду, потому как этих обзоров в интернете у нас на ютубе хватает. Ого-го, сколько. Так, в комплекте у нас, друзья, еще есть, соответственно, кабелек зарядки. Вот так это выглядит, наша зарядочка. Такой короткий USB проводок. И в комплекте как бы больше, наверное, у нас ничего и нет. Здесь должна быть инструкция, да. Инструкция у нас есть. Давайте смотреть. Китайский. Короче, кругом китайский язык. Никакой пользы от этой макулатуры у нас нам не будет. Так, отлаживаем в стороночку наш браслетик. Итак, давайте вскроем телефон. Mi 9T Pro. Вот так это у нас коробочка все выглядит. Все целенькое. Вот немножко уголок замят, но это не страшно. Открываем наш телефончик. В комплекте мы, как видим, сразу у нас падает пленочка. Пленочку я не помню, по-моему, я не заказывал. Пленку положил у нас продавец как бы в подарок, за что ему большое-большое спасибо. И открываем наш сам телефончик. Так, здесь еще у нас не телефончик. Здесь должен быть, по всей видимости, у нас еще один комплектный чехол. У нас есть две макулатурки, которые абсолютно никому не нужны. И вот такой вот черненький, я бы не сказал, что он силиконовый, пластиковый чехол. Вот. Посмотрю и этот померяю, и тот померяю. Какой лучше понравится, как говорится, с тем будем и ходить. Так, чехольчик. Ну и, соответственно, у нас есть сам телефон. Покупал, друзья, я синий телефон. Давайте пленочки мы эти снимем. Как тут все дело у нас правильно снимается. Ага, вот оно. Вот как-то так. И, наверное, вытягивается. Хотя я не уверен. А, нет. И снимается вот так. Все как-то хитро сделана большая такая пленка. Ну и, соответственно, вот такой вот классный, красивый, друзья, телефон. Обалдеть. Камера 48 мегапиксель написано. All-triple камера. Что это значит, я пока не знаю. Ну, вот такой вот телефончик. Ну что, давайте попробуем, включен ли он. Или включим. Вот идет включение. Если включится, значит, будет работать. Just a sec. Мяу 10 у нас стоит. Мяу, как я называю. Обновление прилетало уже и 11. У меня стоит 11 на 5+. Вот сюда я пока не хочу ставить. Что-то по отзывам люди пишут, что оно какое-то
глючная. Но я попробую попозже, может быть, установить. Ну вот, телефончик у нас загружается, все отлично, все красиво, все приятно. Никаких проблем я не вижу. Так, что у нас еще есть в комплекте к телефону? В комплекте у нас идет, значит, кабелек зарядки. Ну, абсолютный стандарт, как и у меня, беленький кабель. Только уже, конечно, идет Type-C разъем. Ну, я не буду распаковывать, ни вам это 100% не интересно. Вот эта вот штука мне самому интересна, так как что ж оно все так плотненько упаковано. Зарядочка, друзья. Обыкновенная зарядка с евровилочкой. Один USB выход. Итак, у нас зарядка заявлена. Быстрая зарядка. Значит, выход 9 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера и 12 вольт 1,5 ампера. Вот такие вот, друзья, характеристики у нас этой зарядочки. То есть это быстрая зарядка. Можно прикупить зарядку большей мощности. Вот, кстати, мощность сколько здесь? Я не вижу мощность. Что-то было, наверное, заявлено 18 ватт. Точно не помню, но как-то так, друзья. Итак, на этом с телефоном мы тоже разобрались. Это туда, это сюда. Давайте, друзья, кстати, я обещал, мы с вами примеряем наш вот этот вот силиконовый чехол Nilkin. Видите, он точно силиконовый. Очень красивый, качественный чехол на наш телефончик. Итак, бах, 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 бах. Все работает отлично. Обращаем внимание. Так, где наш... фокус, этот долбанный фокус. Вот, вырез под камеру у нас отлично совпадает, ничего нигде цеплять не будет, как в принципе и все вырезы на данном нашем девайсе. Все просто замечательно. Ну, пускай он сразу в чехольчике и будет. Вот, и он прозрачный, сразу видно, что он синий с таким вот, так сказать, в синем градиенте. Все просто отлично. Кнопочка красная, как всегда в этих телефонах. Громкость, все работает, все нажимается легонько, без всяких. Вот, все. Все просто замечательно. Так, с этим разобрались. Теперь следующая посылочка из этой большой посылки. Это я заказывал камера. Очередная камера. Смарт-камера. С приложением IC. Вот, скачиваем QR-код, устанавливаем приложение. Да, видимо, я, друзья, на эту камеру сделаю отдельный обзорчик, так как мне самому очень интересно вам это дело показать. Камеру я заказывал с флешкой на 32 гигабайта, что мы сразу... ушла флешка. Что мы сразу с вами, в принципе, и видим. Фирма не так и не этак. То есть, все запаковано, все красиво. Так, у нас имеется какая-то инструкция, друзья. Инструкция уже радует, что она на английском. Хоть я небольшой знаток английского, но что-то где-то подсмотреть, если нужно будет, конечно, можно. Хотя эти камеры, как я уже говорил в прошлом моем обзоре, похожие камеры, работают, так сказать, подключи и играй. В комплекте у нас 3 дюбель гвоздя с 3 саморезами. Идет блок питания на 12 вольт, по-моему, да, 12 вольт 2 ампера. То есть все стандартно, как и во всех камерах. В комплекте поставляется отверточка, что тоже не может не радовать. Почему она плоская, не фигурная, непонятно. Так, и что у нас еще? Ага, соответственно, герметичный разъем для нашей витой пары есть, если мы вешаем камеру где-то на улице. Все просто замечательно. Идет вот такая вот мягкая, пористая прокладочка под кронштейн нашей камеры, соответственно. Вот так это, друзья, будет выглядеть. Ну и, соответственно, монтируем все это дело на стенку. То есть и не так влага попадает, не так задувает пыльца разная. Вот, потому что там есть у нас монтажные отверстия под провода и пыль. Вода-то, конечно, не попадет, но пыль тоже нежелательно. Так, ладно, пока это бросим внутрь. И больше у нас ничего нет. Ну, соответственно, кроме нашей антенки. Наворачиваем антенку на нашу бошку. Вот так это будет выглядеть все. Так, коробочку пока мы можем убрать. Вот такая вот, друзья, камера-малышка.
так это все у нас, так сказать, выглядит. Антенна у нас может регулироваться вот в таких положениях и по прямой. Можем перевернуть где-то там взад, либо немножко отвернуться сюда на себя. То есть все. Ну, соответственно, у нас корпус полностью пластик. Друзья, я антенну отверну пока. Она мне немножко мешает ее туда-сюда ворочать. Корпус полностью пластик. Полностью пластик. Не знаю, как она будет себя вести, конечно, там в морозы. И в жару, и в морозы, и в дожди. Но надеюсь, что у людей стоит. И, так сказать, и у нас будет стоять. Вот. Такое вот исполнение. Значит, что нам нужно для того, чтобы поставить внутрь флешку? Давайте я пока сразу покажу. Отворачиваем два винта здесь. Вот видите, неудобно, что отверточка у нас не фигурная. Даже если камера уже смонтирована где-то на стене, то нам будет очень просто это сделать. То есть здесь есть типа петли сделано. Вот, допустим, представим, камера на стене висит. Вот, смотрите, есть у нас уже силиконовая прокладка стоит, что очень является большим плюсом. Очень мягкая, очень классно. Отворачиваем нашу камеру на петлях. И у нас, соответственно, есть доступ до того, чтобы вставить сюда наш флеш-накопитель. Винтик у нас тоже решил после долгой поездки побегать, погулять. Вот, поэтому все, в принципе, сделано, продумано и доступно. Ну, а отдельный обзор я постараюсь на эту камеру запилить, друзья. Пока мы с ней на сегодня закончим. Так, на живу винтик потом надо будет найти. Так, с камерой разобрались. И у нас одна большая и очень дорогая посылка остается. Это у нас, друзья, автомобильная магнитола. Заказывал я товарищу для BMW. Вот такая вот коробка. Кстати, продавец перед тем, как отправить, задал очень много вопросов. Там, эти кабеля вам нужны или не нужны? Какая магнитола нужна, такая или такая? Извините, там мы будем проверять ее около недели, дабы не было никаких геморроев и вопросов. Ну и в итоге эту магнитолу он выслал, она шла, и в итоге через неделю или полторы вернулась назад. Я ему пишу такое дело, он говорит, мы там что-то тоже спорим с таможней, не можем понять, в чем дело, и выслал мне повтор. Повтор, соответственно, хорошо у нас добрался. Вот в комплекте, друзья, мы имеем вот такой вот богатый комплект, как вы видите. Богатейший комплект каких-то проводков, подключалок. И не знаю еще чего. Так. Не буду я доставать провода. Хотя давайте, наверное, достану и покажу вам все подробно. Для того, чтобы кто захочет прикупить, была какая-то примерная информация. Вот два кронштейна есть. Они выглядят следующим образом. И вот такие вот, соответственно, у нас провода. Вот такой разъемчик с тюльпанчиками. Надеюсь, все отлично видно. Вот давайте так сделаем. Так, вот такой разъемчик с тюльпанчиком. Пока я не знаю, что к чему, я вам не скажу. Может быть, я сниму даже видео, если товарищ согласится, там с монтажом и с подключением. Такой разъем и опять же тюльпаны. Так, и у нас вот такой вот разъем и два выхода USB. Не знаю пока, что к чему, куда и как, но... Показываю, как есть. Показываю, друзья, как есть. Кому-то это, видимо, будет даже очень интересно. Так, следующее достаем. Так, все как-то неудобно, блин. У нас там лежит. Так, есть вот такие вот блочок. Тоже не знаю, CAN Boost Decoder. Плюс разъем такой. Плюс разъем такой. И плюс... Какие-то там, не знаю, светодиоды или что это тут на кон... Или это просто заглушки, скорее всего. Это, да, это просто заглушечки. Вот, наверное, на кнопки K2, K1 и так далее и тому подобное. Вот, друзья, вот так вот все у нас дело выглядит. Этот CAN Boost.
Так, в сторонку. Дальше достаем вот такой вот разъем под антенну. Я надеюсь, видно вот целиком. С такими двумя фишками. То есть все полностью в комплекте есть. Есть у нас, друзья, вот такой вот кабель с такими разъемами. Так, есть попрошайка, карточка. Есть у нас такая вот лопатка для монтажа, где-то что-то подцепить, поддеть, оторвать и отодрать. Так, дальше мы имеем, значит, наборчик тоже кабелей, видимо, видеосвязи, задней камеры. Хотя я не... А, да, даже в комплекте, друзья, и задняя камера сама есть. Пожалуйста. Я эти по проводам я узнал, но думал, что просто провода. Вот такой вот штекер запиточный. Ну и, соответственно, камера плюс тюльпанчики. Камерка вот, еще раз покажу. Вот так она, друзья, у нас выглядит. Так. Отлично. Магнитола стоила 140, по-моему, $2. Ой, $242. Кому интересно, ну, ссылочку я дам в описании. Переходите, друзья, смотрите. Дальше едем. Есть у нас какой-то такой вот наборчик еще. Так, давайте мы все буквально, что нам приехало, покажем. Есть такие вот две кнопульки. Видимо, на замену чего-то. Есть у нас, друзья, вот такая вот антенка. Это, видимо, в саму магнитолу ставится, хотя я не уверен пока. Не почитав, не знаю. Есть вот какая-то user manual. Это, видимо, к самой магнитоле, насколько я понимаю. Да, все у нас, друзья, на английском языке. Вот видите, можно установить навигацию, можно установить уже штатно, допустим, торкию программу поставить и контролировать здоровье своей машины, то есть делать диагностику. Есть регистратор DVR. Много-много-много очень функций. Радио, шмадио, музыка, медиа. Все-все-все, друзья, у нас тут должно быть. Вернее, не у нас, а у них. Так как эта магнитола не для меня, а для моего товарища. Так, давайте уж дальше смотреть. Так, AliExpress, Wonderful, ничего-то тут. Ага, полностью схема подключения, друзья, есть. Что тоже является немаловажным аспектом. Вот как канбас, как подключается. Вплоть до аккумуляторной батареи. Все-все-все распиновочки у нас тут есть. Распиновки магнитолы. Каждый кабелек, что, куда, почем, зачем. То есть очень все классно. Так, едем дальше. У нас есть вот такая вот, видимо, я не знаю, что это. Видимо, скорее всего, микрофон для использования нашей магнитолы для телефонных разговоров. Вот так это все. Давайте я еще ближе покажу. Ну, да, это микрофончик. По идее, должен быть. 3,5 джек, два конца. То есть это 100% микрофон. Так, что у нас есть еще, друзья, тут дальше? Смотрим, смотрим. Есть у нас вторая вот такая лопатка. У нас, то есть, в комплекте получается две лопатки. То есть, богатый-богатый такой набор. Соответственно, есть микрофибра для протирания, видимо, дисплея телефона от пальчиков там или от пыли. Тоже немаловажно. И, кстати, очень-очень какая-то качественная вещь. Ну и, друзья, сама магнитола. Дениска, подержи, а я аккуратненько достану. Покажу нашу магнитолу. Коробочка, друзья, пуста. Пока убери коробку. Спасибо. Итак, аккуратненько смотрим магнитолу. Давайте сразу посмотрим ей, так сказать, в зад. Присутствует у нас вот таких вот множество разных разъемов. Кому интересно, то все-все-все смотрите, я вам все покажу. Здесь видите крепежные болты, опять же вот вынуть винт перед установкой. Даже есть по-русски предупреждалка какая-то. Есть, видите, что куда, почем подключить. 10-16 вольт питания. Все-все-все у нас в комплекте. Ну и, соответственно, друзья, у нас вот такая вот классная, красивая магнитола в BMW. То есть только ставится она
вот так вот вниз. Вот, друзья, смотрите, потому что я вам пока ничего рассказать, к сожалению, по ней не могу. Показать, что смог, показал. SD-карт слот и GPS-карт. Я, честно скажу, не знаю, что такое GPS-карт слот. Кто знает полностью, пожалуйста, напишите в комментариях, если кто-то что-то по ней знает. Какие-то нюансы подключения. Я думал, кнопочки, а это, друзья, видите, были заглушки две у нас, для которыми закрываются крепежные винты. Микрофон присутствует, как я вижу, в самой магнитоле. Вот он. Тоже немаловажный аспект. То есть все замечательно и красиво. Вот, наверное, друзья, на сегодня мы будем с вами уже закругляться с такими посылочками интересными. Больше мне вам рассказать и показать нечего, к сожалению. По мере возможности, конечно же, я постараюсь вам показать и монтаж, если, соответственно, товарищ согласится. Если нет, ну, на нет и сюда нет. На сегодня, друзья, все. Вот такая была у нас мега-мега большая, интересная, я думаю, распаковка. Интересная для автолюбителей, для телефонистов и для видеонаблюдателей. Все, друзья, всем спасибо. Всем пока, всем здоровья, с наступающим Новым годом. Любви, удачи, денег, всего-всего-всего. Пока-пока. Take a body's heart.